А эта техасская дамба решила, что ей после 91 года верной службы пора бы уже на пенсию. Момент прорыва попал на камеру. Вода просто выдавила из конструкции тяжелое бетонное перекрытие. Дамба подкосилась, а затем и вовсе развалилась на части. Бурный, неудержимый поток сметал все на своем пути. В воздухе летали бетонные обломки. Так выглядело озеро Данлоп, на котором стояла дамба. Утром 14 мая 2019 года. К вечеру озеро просто-напросто опустело. А ведь кто-то покупал дорогостоящие особняки на его берегу.